Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения испытания месяца в Седьмой Civilization 6, Норвегия, Харальд, ну в общем подробности в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, там все подробности. Ну а те, кто смотрит с самого начала, кто вместе со мной это проходит, всем вам приятного продолжения просмотра. Ну что ж, мы уже получаем первых апостолов. Возможно, стоило подождать, конечно, теократии, но тут еще долговато. Долговато. Ну, потому что теократия скидку дает на 15% на покупки за веру, а я бы уже распространял. Я бы еще хочу посмотреть, кто-нибудь еще пророка берет. У нас религия у меня, у Венгрии и Португалии, так? А, нет, еще кто-то основал. Мали еще основал ислам. А осталось еще две религии. Англия и Финикия еще. Но Индонезия не успеет, я скорее Индонезию заберу раньше. Собственно, давайте, кстати, ее сейчас и заберем. Так, все, Маджапахит и Бадунг не отваливаются. Тубан отваливается, даже несмотря на то, что столицей стал. Индонезии можно больше не заниматься. Дальше пошли вот заниматься Понте-дель-Гадо. Священное место вообще без соседства получается. Наверное, тогда лучше кампус сначала отремонтирую. Лиссабон мы тоже, судя по всему, забираем. А, убили под предводительством адмирала. Так, значит, Индонезия уничтожится. Просто думаю, кого мне обращать в первую очередь, а кого захватывать. Ну, я бы, наверное, Австралию обращал, потому что тупо у нее не будет никакой веры. Отправляем к Австралии сюда апостолов. Потом возьму им прокачки. Я думаю... Так, следующие сколько стоят? 308. А тут еще был, по-моему. Так, а этого может к купе. Вот эти обратим. Сюда пускай плывет. Интересно, я смогу исход евангелистов взять? Ну что, надо, наверное, нападать это вот. Грабить. Вылечиться мы тут сможем. Культуры, извините, это все-таки круто. Да, но мы пока убрали карточку, который нам дает бонус к разграблению, потому что хочу берсерков еще построить. Иначе мы без берсерков просто Венгрию, например, не можем захватить.
Верфи надо бы, но сначала берсерки. Хочу, чтобы города были связаны все дорогами. Тут гавань крутая встанет у нас. Так. По культуру я еще не прокачивал, да? Ну, надо селитру открыть, чтобы увидеть, сколько ее у нас, и пастбище, пищу. У нас немного пастбищ. Немного. Давайте селитру откроем. Так, со мной воюет Канди. Вот жалко, конечно, было б, круто было бы, чтобы я Канди засоюзил в свое время, но получилось как получилось. Мы бы имели неплохо реликвий. До того, как я открыл, ну, засоюзил бы пораньше, и до того, как я открыл эти чудеса природы, point, так, тут ничего не меняем. Продолжаем гильдии. Ну, в теократию идем. Так, пока отплыву, наверное. Монархию не хочу пока ставить. Так, маяк. Так, а у нас еще два. Давайте в Валетту отправлю в надежде. Ну, поставлю первый посол. И отправлю в Валетту в надежде все-таки когда-нибудь ее засоюзить. С другой стороны, я сейчас все деньги все равно буду тратить на апостолов. Всю веру я имею в виду. Так о чем мне тогда Валетту союзить, чтобы все равно не покупать ничего за веру. Так, надо, наверное, жемчуг вот этот обработать. Блин, жалко. У вас, по счастью. Мне кажется, надо. Неплохо. Плюс 3 все-таки это даст процент к выхлопу. Все равно ни с кем. Не добавилось. Вот разве жемчуг уже был? Наверное, опять обновится. Оно не сразу обновляется просто. А, два жемчуга. Так. Это я не понял, а откуда я жемчуг? Я что-то не обрабатывал. Тут кит, янтарь. Йоханнесбург, что ли? Нет, тут янтарь. Янтарь, краб, рыба. Что еще? Наска? Тоже ничего. Ну, Ереван только остается. И в Ереване нифига нету. Подожди, откуда я имею жемчуг? Ну, Рапану я уже просто смотрел, тут точно нету.
Ереван, Рапануи, Наска и Йоханнесбург. Откуда, откуда у меня два жемчуга? Вот я вижу один жемчуг. Тут нету нифига. Очень странно. Что будет написано? Жемчуг. Всего два. Приобретено Маджапахит. Игровые бонусы плюс один. Что за игровые бонусы плюс один? Что-то я туплю. Может, этот ресурс как-то за два считается теперь? Ну, торговать же я не могу. У меня, наверное, тут один будет. А тут один жемчуг. Очень странно. Какое-то странное отображение. Я, ну, просто неоткуда быть второму жемчугу. Не добил. Так, надо как-то вот так играть. Что, не отваливается вроде. Отваливается, но очень медленно. О, мой скаут. Ой, мой поселенец. Не можем, да, апостола взять. Пошли берсерки. Ну, берсерка в сторону Венгрии. У нас поедут. Я думаю, что Португалию мы уже заберем. Так. Так, а как Лиссабон сильно отваливается? Вот Лиссабон надо бы подержать. Понте-дель-Гадо пофигу. Так, дальше мы порта будем брать. Конечно, была бы союзницей Валетта, мы просто купили бы монумент. Ладно, перебрасываем кого? Мокшу, наверное, пока. О, минус ноль. Отлично. Я думаю, если когда Порто возьмем и Понте-дель-Гадо прекратит отваливаться. Хочется верить.
Не хочу тратить деньги на выкуп клеток, тем более, что у меня денег и нету. Лучше просто поулучшаю лесопилки. Леса. Так. А вот ты где. Я тебя верну. Так, я думаю, пора ремонтировать всяких крабиков. Есть священное место на 14 производства. Так, сначала амбар, потом святилище. Берсерк. Железа у нас достаточно. Нормально. Захват происходит путем. Так. Blast, build, battle. Разграбить ли эту? Или вернуться дракаром апнуть его? Ладно, вернусь, апну. Плывем. Лесопилки делаем. Так, куда я хотел ставить? Наверное, вот сюда поставил просто. Отсюда постреляю, потому что тут в защите он в тропических лесах. Меньше урона, если что. Вообще минус 2, вообще практически не отваливается, нормально. Не пересчиталось все равно удовольство. Да, нашествие викингов, конечно, серьезное. Разграбить нечего. Плывем этим корабликом дальше. Блин, я вот зря, кстати... Да, ведь и минус 7 стало. Потому что корабль придавал лояльности. Ладно, я думаю, мы порты забили. Хотя тут тубан еще сильно влияет. Нам, кстати... А мы тубан вообще можем этим юнитом захватить? Нам, наверное, нужен какой-то юнит. Ладно, посижу пока. Нам нужен какой-то юнит. Слушайте, а что с селитрой? У нас, походу, нету селитры, да? То есть мы фрегаты не сможем использовать. А, не, есть. Есть селитра. Нормально. Так, давайте тогда вот этим рабочим сюда пойдем. И у нас вот тут еще есть. А, там 6 зарядов. Ну вот это сейчас мы болото соберем. И в принципе, можно еще и фрегатики открыть. Да-да, все меня осуждают. Я ж викинг. Не то чтобы я сильно по этому поводу беспокоился.
Мулань 10 ходов осталось. Ну и нормально. Так, давайте, наверное, пойдем эту селитру обрабатывать. Здесь все в производстве и берсерков. Ну тут можно, кстати, вот тут две линии наски сделать. Какое-то задание Хатуса давало. Какой-то район, наверное, построить. Так, Лиссабон уже вообще не отваливается. Тут 1,7. Португалию надо полностью забирать. А, блин, тут с одной клетки только гуарда. Ну ладно, паро поплывем. Ой, я думал, я не убью, а в городе останусь. Ладно, пошли. Хорошо, что он ушел из города. Пошли. Так, ну нам надо Синдбадом исследовать и с кораблями чужими воевать. Не хочу храм Артемиды. Хотя было бы, наверное, круто все равно. Few inventions have been so simple as the stirrup, but few have had so. Где? Угу. О, реликвию дали. Но не добегаю немножко, чтобы с него денежку взять. Население тоже приятно, когда присоединяется население. Не знаю, мне кажется, в тундре, особенно при игре за Норвегию, как бы леса пилить не стоит. Оставим. Чисто лесопилки, да? Так, ну что, у нас уже 4 берсерка. Сколько нам надо? Нам бы, конечно, еще таран. Давайте тут таран пока сделаю. Чтобы было чем города брать. Ну, чтобы стены... Так, я, наверное, поплыву отсюда.
два города осталось у Португалии, правильно я понимаю? Да. Кто-нибудь из этих мы хотим, но вот этот торговец было бы неплохо. Но мы копим на апостолов. Все собрали. Фрегат потихоньку, еще надо несколько ДРМ тогда поднастроить. Просто вот такие города, вот эти Гуарда, тогда было будет проще брать. Ладно, в эту сторону пока пойдем апостолами. А, блин, я хотел здесь высадить, а этой тут обработать. Ошибся. Ну, много ошибок, много. Это прохождение, конечно, можно было лучше делать, несомненно. Может, тут поставить. Да, хочу почему-то здесь, хотя, казалось бы, надо на побережье и соседство с гаванью делать. Так, а тут, может, все-таки не вырубать леса? Плюс два. Ладно, не буду. Он никуда не уехал. Просто 400 монет. Нет, тут Синдбад must have просто на такой карте. Шенгети, о! Блин, тут еще и Шенгети надо союзить. Точнее, Шенгети даже важнее союзить, чем Бали. Она мне кучу просто даст веры. Просто кучу веры. Продолжаю пока берсерков. А, у меня железо кончилось. Так, заканчиваем берсерков. Что теперь? Храм Артемиды. Токуин. Плюс 20% веры вообще-то в этом городе. Он строится рядом. То есть мне придется лес какой-то вырубать, а я этого не хочу. Ладно, может пока парочку квадрирем, хоть и без карточки, но... Кстати, а что я внезапные войны объявлял, когда они меня все пообвиняли? Я ж, у меня же повод для войны есть. Немножко меньше, хотя не думаю, что с ними буду мириться вообще. Чтобы больнее било. А Шенгети купы засоюзил. Блин. Там много надо.
Священное место. Ну, должно что-то давать рядом с горой. Ладно, отремонтируем. Я поплыву. А вот эти ребята потом с гвардой помогут. Так, пошла селитра накапливаться. Мне, наверное, немного надо подререм, потому что мне просто не хватит к моменту открытия селитры апнуть. Возможно, даже и одной... Не, наверное, две надо сделать. Ходом паро падает, гварда будет чуть подольше. You can't go around arresting the thieves guild. Это нам дали, что рядом, а блин, не, там не рядом с горой, там просто дополнительную культуру дают. Так, бонус соседства центра коммерции, конечно, это ничего не меняем. Если я могу, может, на берсерков убрать, потому что у меня железо закончилось. Я просто не могу больше берсерков пока строить. Наверное, можно убрать. Новые строители, два действия, да. Соседство кампуса. Что поставить? Ну, морские юниты древнего мира античности на квадрирему можно. Но я буквально две хочу построить. Содержание юнитов. Вот, кстати, давайте, наверное, пока содержание юнитов поставлю. У меня тут нормальный такой минус. Строителей. Блин, просто 66 производства сейчас. Это уже очень... Ну, хотя это стандартная скорость, все равно дофига. Так, ну реформацию, естественно, теократию надо принимать. Так, вот здесь интересно. Может, пингалу все-таки на культуру пока. Или. Так, Лян, пингала, Магнус. Магнуса, наверное, уже можно пересадить Тромсё. Не знаю, может, тогда Рейну Валисун. Уже арбалет. Интересно, кто вышел в арбалеты. А тут кто угодно уже мог выйти. Ну, вот, да, здесь уже дофига кто. Блин, не поздно ли я вообще берсерками еду, так сказать? Как-то они уже немножко устарели. Совсем чуть-чуть. Так, ну вот теперь можно на деньги отправлять. Может, из столицы? Явно побольше. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Не понимаешь, что Венгрия еще и с купы воюют. 25 силы, у купы 16. Слушай, так надо и купе, наверное, войну объявлять. Фиг ли он тут. Этот город вообще берется изи.
Я не буду грабить ему. Блин, стены построила. Так, мне надо чем-то захватить этот город. Да, Маджи Пахити просто лошадь может сделать. Странно, не хватает. У меня вообще не накапливаются лошади, кстати. У меня всадников вообще не было. Ну правильно, мышь. Сколько этому ходов осталось? 6. Коляска будет строиться. 7. Чё-то долго. Так, водяная мельница тут. Ну, наверное... А так, а храм Артемиды... Угу. Ладно, строителей пока. Ну, блин, надо было ему войну объявить. Тубан не отваливается больше? Блин, ничего себе. Там, наверное, влиял Лиссабон как столица Португалии, а теперь ничего не влияет. Господи, сейчас такой звук был, как будто он... Да, не буду говорить, что он сделал. Ну, кстати, прикольный, конечно, на большом барьерном рифе, но он в плане производства никакой. Ну тут надо помочь с захватом Гуарды. Так, пообъявляли нам тут всякие гады войну. Как можно викингам войну объявлять? Ну ладно, это мы объявили на самом деле. Шо уж тут не будем изображать то, чего нету. Нашествие викингов. Так, подожди, давайте, значит, купы мы тоже захватим, да? То есть мне надо вот этих Мали, Нидерланды, Финикию и Англию обращать. Наверное, еще квадрирему все-таки еще одну сделаю.
Еще раз повторю, селитры мало, просто мало селитры. Для большого количества фрегатов. Стою, подожду. О, есть щеночка. 8 производства. Ну, тут надо до ставкирки все строить, чтобы... И она еще добавляла производство. Так, тут маяк. И может уже кампус? Ну, если вот эту купить. С другой стороны, тут нам сильно наука вообще нужна. Может все-таки священки стоят? Но тут леса нет для этого. Так. Караван нужен. Конечно, вот без сортировки по золоту тяжело смотреть, куда отправлять. 13. Венецию. В Наску еще Маджапахит. Вот из Осло можно, я думаю, в Наску пока отправить. Блин, наверное, деньги на ап-юнитов оставлю. Ладно, надо... Надо строителя построить. Не строителя, а торговца. 5 ходов. Ладно, тогда здесь дождемся постройки. Я просто хочу, ну, все-таки веру на апостолов тратить. И тут строитель. Тут не растет нифига. Город, я имею в виду. Ладно, это длинную мель. Это, правда, одна еда. Больно. Так, давайте, может, мы тут подъедем. Надо атаковать, конечно.
так сделаю. Блин, без адмирала тяжко. Тяжковато. Перехода осталось. Блин, тут надо какой-то юнит купить, блин. Три. Так все отвалится реально. Может, берсерк еще какого отправить? Тут плюс 4 будет. Надо все-таки Сарсборге здесь поставить. Ну, все-таки это производство добавляет. Пусть и без. Так, и тут 4, кстати. Тут 3, тут 4. Ну, давайте светили. Хотя, подожди, надо ставкирку нам? Наверное, не надо. Это монумент. Да. Обещание отводить. Лучше бы я, конечно, объявил ему войну там. Тут он не может стену восстановить, то есть постепенно мы стены-то снимем. И город в любом случае заберем. Так, вот этим давайте попробуем тубан забрать все-таки. Тут стоим, ждем, когда фрегаты откроем. Да, плывем к Финикии, Нидерландам. Там мы все захватывать будем. Во всяком случае, такой план. Так, а что, порта тоже отваливается? Блин, надо как-то гуарду быстрее забирать. Так, ну а панда следующим ходом падает. Давайте рабочего захватим. Так. Двух квадрирем, я думаю, хватит. И два хода до реформации. Давайте, может, молитвы в священном месте проведу, чисто чтобы больше это, приняв теократию, тогда и купим апостолов. Так, отваливается пару городов. Ну там буквально вот надо вот эту гуарду забрать и
Город прекратит отваливание. Кстати, а черепахи у нас есть среди ресурсов? Есть. Жду, пока само присоединится. Не хочу почему-то убирать там камень, потому что там ничего крупного не строится. Блин, странно, он пешт поставил, конечно. Но я тут высажусь. Пешт я, наверное, вообще уничтожу. Не буду его держать в заложниках. Даже не отваливается никуда. Думаю, оставлю. Слишком далеко другие города. Боюсь высаживаться, чтобы мне апостолов не захватили. То есть хотелось бы обращать всех с воды. Чисто. Так, сейчас теократию примем. The three great elements of... Содержание юнитов и ап. Нет, давайте, знаете, что не содержание, а 2 на ап поставим. И деньги, и ресурсы. Я боюсь, что мало мне... Элитры будет даже на 2. Где ресы-то? Вот. А сюда? Посмотрим, совместная церковь насколько много даст веры. Так, 231, а станет 290. Вообще норм. Так, один ход еще до... Теперь можно еще больше апостолов покупать. А, блин, когда мы уже этот город захватим?
Следующим ходом порта отвалится, да? Да. А вот Понта Дельгада нет. Надо собор Василия Блаженного строить. Тут же леса нет, надо просто оленей этих собрать. Давайте отложу. Блин, отложу. Построю строителя за два хода. Давайте-ка щенку построю. На 8 производства, по-моему, круто. Так, пока не трачу деньги. Буду посмотреть, сколько там потратится на... на апгрейд квадрирем. Блин, снос нафиг, пешта. Где там Будда и Обуда? А, тут есть рыбацкая лодка. Следующим ходом высажусь там, чтобы обратить. Просто не трачу деньги на выкуп клеток, я поэтому я тут стоят пока рабочие. О, Мулань. Ушла по делам пока. И отвалились Паро и Пор. Ну, Гуарду надо захватить, и все. И всякие отваливания закончатся. Просто одна клетка всего лишь. О, у меня смоли в войне. Надо захвачу. Тут, мне кажется, одного тоже хватит. Вот этот порта отправлю. Захватить и все. Видите, а если бы таран, был бы таран, мы бы уже эстергом взяли практически. Так, ну первый раз.
Строители. Уже сюда кто-то отправляю пока. Так, сколько там? Уже надо 330 и 10 селитры. Мне еще селитра нужна. И кто тут из этих мне не продаст? Финикия. Вот с Финикией нету войны, и у нее есть селитра. Ну, вроде готово. Блин. Мне нужно 6 селитр буквально. Теперь можно деньги тратить, которых у меня, правда, нифига нету. Что-то я прекратил грабежи и разбой. Очка за каждый вражеский город. Наверное, астрономию пока. О, снежная буря. Три клетки порушила. Понта Дельгада отвалилась. Не знаю, вот ощущение, что не нужно нам промышленную зону строить. 120. Оно само, кстати, присоединяется. 4 хода. Ну, ждем, значит. Так, вопли Маури начались. А, блин, я ж... Я забыл, что я этот хотел строить. Кремль. Собор Василия Блаженного, точнее. Как скаут у меня этот рабочий. Ну еще он не уплыл. Ну давай нам 400 монет, спасибо.
Так, тогда я тут куплю клеточки. Вот деньги появились. Чтобы не откладывать. Эти все к Финикии и Великобритании. Сделали с этими с апостолами моими. Сидней Джелонг обратим. Не обязательно, кстати, но на всякий пожарный. Там дальше в Великобритании поплывем. Так, заканчиваем существование Португалии. Главное, Португалия меньше продержалась, чем Индонезия, потому что у Португалии все города на побережье. Артемиды строит. Да, этим Букту не интересно нападать. О, вот сейчас вот таки. А, подождите. Средневековые. Черт, таран уже не работает против средневековых. Надо... А башню я открыл? Не открыл. Давайте башню откроем. Возьмем эстергом, апнем. Эти болота сужить вокруг громче, но что-то ненормальной еды дают, не хочется пока. Так, и ребята стоят без дела.
О, я ему не дал прокачку с утроенной силой. Хорошо заметил, прежде чем распространять. Блин, убил все-таки апостола. Варварская галера. Да ё-моё, австралиец не убил, варварская галера убила. Зачем? Зачем варварам апостол-протестант? Просто зачем? Нидерланды должны быть протестантскими. Очевидно. Да, берсерки, конечно, разваливают. Так, с торгом сильно отваливается. 31,5. Надо сюда мокшу, наверное, пересадить пока. Или... Не, мокша как-то странно. Давайте... Ладно, магнуса. Он будет отваливаться, понятно. Тут столица где-то там. Тут еще вот эта столица влияет. А, слушайте, столица у венгров-то на воде оказалась. То есть нам не обязательно было берсерков делать. Ну, с ними попроще. Так, ну турбан, я думаю, следующим ходом мы заберем. Возрождение. Но пока еще работает с каравеллами, да. Ну и фрегатами. Блин, как жалко вот этого апостола, что я потерял. Интересно, а ставкирка только с лесами или с тропическими тоже работает? Наверное, нет. Наверное, с обычными только лесами.
Счастье куда-то делось. Зато дополнительный караван можно отправить. Может, из Маджапахита? Так, сейчас надо будет карточки поменять. Ну и Индонезию добить. Вообще получается, реально все столицы на воде. Возможно, тут можно было как-то одним ударом сразу всех захватить. А, я в деньгах не поставил. Блин, молодец. Только в ресурсах поставил. Вау. О, плюс 4 против иноверцев. Так, наверное, строителей можно тоже убрать. Кстати, республиканское наследие. Успеем, не отвалится, если не отвалится. Стоим тут, лечимся. У нас еще ходом сначала апнуть таран, и потом только идти в атаку. Так, Виктора возьмем. Вот как раз выстергом Виктора. А Магнуса обратно вернем. Все. Так, и пакет до Индонезии. Минус две цивилизации. Я думаю, Маури и Венгрия тоже скоро будут повержены, а остальных в свою религию мы как-то обратим. Но это уже в следующих сериях. Спасибо, что смотрите. Не забывайте писать в комментариях, как у вас это испытание проходит. Ну и спонсоры канала могут уже поискать продолжение. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.